Ты мне всю ночь мешала спать. Ой, да знаю я. Дайте газету. Где вы взяли газету? Ну? Ну? 9. Дайте, пожалуйста, пить. Извините меня. Какая-то музыка обрела меня во сне. Кажется, какая-то соната. В детстве в дождь мне всегда слышалось музицирование. Мать говорила, что это поют ангелы, но их слышать могут лишь дети. Она не хотела знать, что гроза – это конденсация электричества и никаких ангелов. Если бы старушка выяснила столь простейший вывод, она бы не молилась Богу, а молилась бы электричеству. Это целесообразней. Еще неизвестно, поможет Бог или нет, а электричество заставит работать динамо-машину. Кто это там? О, вы все подглядываете. Доброе утро, господин вождь. Good morning, Harris Club. Простите меня за этот вид. О, у вас круги под глазами. Вы что, заболели, что ли, а? Es sieht bei mir, Harris Club, nicht mehr nach Krankheit aus. Sondern vielmehr nach Sterben. Я не только заболел, господин Эскулап, но, кажется, вот-вот умру. Sein Unsinn vom metaphysischen Standpunkt. Ausbleibt der Tod immer noch eine unbewiesene Tatsache, чепуха. С точки зрения метафизики, смерть является фактом недоказанным. Так... 36,5. Я же говорил, притворяйтесь. Иди обратно.
Штейнджи-битау. Ой, голый. Так, рукав. Вот этот рукав бери. Хорошо. Рукав давай. Одевайся, одевайся. Через голову. А он горячий. Что это у вас такое там, а? Ой. Ну, я сам. Ну, он не хочет. Ну. Пустите. Сам. Ну. Иди отсюда. Так. Теперь закройте глаза. Вытяните руку. Так. И указательным пальцем дотроньтесь до кончика носа. Не в защите, что-то не получается. Ха, у всех получается, у вас не получается. А вы сами-то можете дотронуться до собственного носа? А то нет. Пожалуйста. Я сказал, иди отсюда. Хоп! Вот. Я так и думал. Скажу вам по большому секрету, господин вождь. У вас отнимается правая сторона, а у меня не имеет левая. Хоть криком кричи. Упала. Ну и что же мы с вами будем делать? Будем жить вопреки здравому смыслу. Здравому смыслу? Пошли, ладно. К чему все мучения, если нет надежды? Надежда есть всегда. Вы даже диагноз поставить не можете, а говорите о какой-то надежде. Почему не можем? У вас сенсорная и моторная афазия, вот и все. Что такое афазия? Ну, это... Если у меня афазия, то у вас что? У меня так ничего. Айнунзин, чепуха, тоска. Тоска? А чего? А точного знания того, что произойдет. А мне еще в 19-м году один крестьянин сказал: ты, дед, помрешь от кондрашки, потому что у тебя шея больно короткая. А тяжело, наверное, умирать от кондрашки. Не знаю, не пробовал. А черт, как мне надоел этот халат. Помогите, пожалуйста, господин вождь. Но мысль, будет ли мысль, когда полная неподвижность и беспомощность? Да отпустите вы меня в конце концов! Черт! Мысль будет. Федор, мысль будет. Федор. А вот в литературе описан такой случай. Федор. У одного мещанина заболела голова. Я уношу, Федор. Да? Забери, подожди, Федор. А что? Так. Ну, ага, он пришел на прием к врачу. И врач обнаружил у него в голове обыкновенный торчащий гвоздь. Я его нашел. Пришлось оперировать. Гвоздь вытащили. И долго он жил после этого? Что? Долго жил после этого? Сразу умер. Штука заключалась в том, что несчастный мог, спасибо, существовать только... с гвоздем в голове. Это очень по-русски. Гвоздь как условие бытия. А можно вообще жить без мозга? А? Ну да. Бывает, при вскрытии под черепной коробкой обнаруживается одна слизь. Но вам это не грозит. Вы же у нас интеллектуальный атлет. Ваш мозг, я думаю... развит как мускул. О, как мне хотелось бы увидеть ваш мозг. У вас есть стамеска? У меня есть пила. Успокойтесь, недолго вам ждать осталось. Найн. Es wird schon besser werden. Sie sind bald wieder gesund. Выздоровите. Выздоровите сроки. О, месяц, два. That was genauer. А точнее нельзя? Und etwas genauer. А точнее... Ничего не знаю. А точнее вот что. Вы выздоровеете.
как только сможете помножить 17 на 22. А? Да-да, вот именно. 17 на 22. И выздоровление. Полное, бесповоротное. Что-то у вас испарина на висках. Так это просто. 17, нет ли у вас температуры? Да нет, устроюсь. Не должно быть, не должно. Все мне должно. Унеси-ка из комнаты лампу. Я буду здоров. Вот так. 17. Лампу повыше, Федя. Красно. Извините. Вот. 17. О, молодец. И еду нашел. И все. Почему он говорит со мной по-немецки? 17 на 22. 17 умножить. Это сей симптом. Это крестик. Крестик. Это умножить. Означает. Означает, мой дорогой, это. Как же это умножается? Я тебя скоро расстреляют. Крестик, крестик, крест. А о чем это он задумался? Он русский или немец? Как только он умрет, так сразу и стреляет. Все, все. Закройте дверь. Да, тогда, скорее всего, не расстреляют. Да расстреляют, расстреляют. Тогда, наверное, просто поразят в правах и сошлют. Я не нужна. Что вам нужно? Это я. Сошлют. Дверь закройте. Федя! Федя! Я пошла. Валентин Викентьевич, вы посмотрели? А. Ну что? Спасибо. Закрывать. Ну, волна миновала, и сегодня можно пойти на охоту. Спасибо. Мне так удобно. Хорошо. На охоту, так на охоту. Шурочка! Шура, табуреточку дайте мою, пожалуйста. А ножницы-то зачем? Так надо. Спасибо. Иди на место. Да понял, понял. Дверь, ну закройте же дверь, ну. Закрой. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давай. Ну, все, я пошел. Иди, иди. Много. Ну, вы... Наверное, плохо спала. Может, вдруг час не захворали? Дайте свой лоб. Нет, нет. Холодный. Извините, извините, но мне же нужно взглянуть. Корова. А, хорошо. Здравствуйте. Здрасте. А, ну, хорошо, извините, хорошо. Извините, извините, все, я же... Все, все. Я нашла то, что вы давно просили о телесных наказаниях в России. Как вы отдыхали? Прекрасно. Сегодня пойдем на охоту. Да. Еще я выписала то, о чем мы давно тоже просили. О последних часах Маркса. А? О Марксе после. Так что там о поуске? Опорки. Вот. Какие ногти?
При усмирении бунта военных поселян 1831 года удары плетями делались крест-накрест с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Во время самого дела палач, отсчитавший ударов 20 или 30, подходил к стоячему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Когда наказанный переставал издавать какой-либо звук или стон, ему развязывали руки, давали нюхать спирт. Но это было уже ни к чему, потому что с 50 ударов, сделанных умело, мясо обычно отлипает от костей. А вот это чепуховина. Никакое мясо после ударов не отлипнет. Да, мой друг, про самое главное ничего непонятно. А что вам непонятно? Что? Вот, было определено наказание детей с 10 до 15 лет только розгами, а с 15 лет до 17 только плетями. И вот, пожалуйста, старики, начиная с 70 лет, иногда освобождались от истязания. Что вам непонятно? Что? Почему освобождались старики? Дайте тетрадь. Ну что вы делаете? Ну, как умножить 17 на 22? Каким образом? Столбиком. Столбиком? Угу. Каким это еще столбиком? Так... Даже черт знает, что такое столбиком! Если вы хотите множить столбиком, так и множьте! Что, я не буду множить столбиком! Очки! Мне никто не объяснил, что это очки значит! Очки отдайте, вы мне их сломаете! Ну, Пакали! Пакали! Петр Петрович, подойдите сюда! Позовите Пакали! Пакали! Здесь я, здесь. Что случилось? Петрович, входите, мы вас ждем. Пакали отдайте. Здесь, Пакали. Я Пакали, не вы же. Прошу меня не пояснять, я сам знаю, что я не Пакали, что вы Пакали, я твердо не знаю. Но опять чуть не сломали мне очки. Сколько же можно? Почему нет телефонного сношения с Москвой? Потому что кругом сыро. Очень сыро. Российский климат мало приспособлен для телефонной связи. Камень гниет. Почему провода должны вести себя по-другому? Да. Чье это? Мое, мое. Что еще хотите? Внутренний телефон исправен. В гараж можете позвонить. Водитель на месте. Авто всегда готово. Пожара. Ну, лучше скажите мне правду, что сношения с Москвой прервали специально. Правду? Правда состоит в том, что на сегодня у вас запланированы две встречи. Вы одна... что хотите, чтобы я... Опьёл голодовку? Ну, чтоб повесился в прихожей. Вы этого хотите? Почему я не получаю писем? В прихожей вешаться не на чем, а писем не получаете, потому что никто не пишет. Так-то я повешусь на гвозде. На гвозде? На каком гвозде? Встал! Не вставайте, нет, 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 не надо, нет, тихо, 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 успокойтесь, успокойтесь. Тихо, тихо. Окрещу кипятком, проклятый чухонец, чтоб не врал мне. Так. Ау! Пошли отсюда все. Все вон отсюда! Вон! Двадцать два. Семнадцать. Умножить. Семнадцать. Двадцать два. Умножить. Семнадцать. 22. Здрасте. Здрасте. Вы знаете, все здесь злые такие. Ну, зачем вы так?
Я помогу. Помогу. Спасибо, спасибо, Салам. На подушку. Вот так удобно. Ура. Ура. Никто вас здесь не любит. Да. Ну ладно, пойду. Ой, больно. Надя, Надя. Ах, Маша, Маша. Что такое, Надя? Оставьте вы это все. Сядьте сюда. Сядьте на стул. Не толкайте меня. Не толкаю я. Руки. Очки. Карандаш я наточила. Спасибо. Господи, какая ты вся неопрятная, непричесанная. Маша, я так и не знаю, читать ему... Что я не слышу вас? Читать ему это письмо от голодающего инженера или нет? Надя, какой инженер? Ну, если вы хотите ему помочь, пошлите ему денег. Только сами пошлите. Володя, в это не впутывайте, я вас очень прошу. Нехорошо. Что нехорошо? Все. Наде нужно о своих людях думать, о родных. Мы даже этого инженера не знаем совсем. Володя, сколько раз был на могиле у мамы последнее время? Когда он там был? 4 года не был на могиле у мамы. Кажется, в 18-м. В 18-м году. А вы говорите, инженер. Господи, какой инженер? На охоту вам нужно собираться. Вот идите. Да уж там все собрали. Делайте. Ну что? Подожди, пускай помогай. Не унять. Просто... Иди помогай. Играю. Смотри. Пластинку отдашь мне. Без меня не снимать.
Подвиньте бегло. Где они? Ой, спасибо. Эй! Шура! Эй! Шура! Давай быстрее! Ну, Шура! Шура! Я забыла там. Шура! Да. Ну, вы знаете, что, да. Да, там. Шура. Совсем не спала. Наверное, тоже. Ой! Я тебе говорил, без меня не снимать. Чтобы пластинка сейчас же была у меня. Давай, давай, давай. Петр давай. Петрович, мы с той стороны сядем, там под ножками. Ну что, поедем на охоту? Поедем на охоту обязательно. Да, зачем поедем. Столько подождите, вещей? Ну, пожалуйста. А это что? Надо. Зачем? Это не толкайте. Надо. Зачем это? Так, давай, пойдемте, давай, пойдемте. Давай. И меня не толкайте. Осторожнее, не торопитесь. Зонтик. Не ударьтесь. Зонтик, зонтик. Сам, сам. Я тебя предупреждал. Без меня не вижу подножку, вижу. Дай сюда. Ой, ой, уйдите же, уйдите. Напирай. Уйдите. Напирай. Уйдите. Ставлю. Уйдите же. Петрович, пойдите. Ой, же не мешайте. Уйдите. Машина сказала. Вижу вас. Ай, вас задавили. Ай, все. А конец. Да быстрее же. Все. Унеси. Унеси. Что там происходит? Закрой. Петр Петрович, Стас, вы поедете. Ну, что? Ну, что? Я сказал, убери его. Ну, что? Все, сходи. И что? Потом разберусь. Ой, да не толкайтесь. Убери. Какой настырный. Разберутся сами. Фотограф, какой настырный. Не подпускай его. Пошел. Петр Петрович, ну. Все хорошо. Хорошие спаю вас, хорошие. Разберемся. Я же сказал, поехали. Больше ты здесь не появишься. Что ему от нас надо? Остановите. Стой. Надо же помочь ему устроить. Расстегни. Зачем вы его раздели? А чтобы жарко ему. Ему же холодно. Жарко. Не надо, вы не должны. Больше сказал. Говорят, вам не надо. Помогите, пожалуйста. Не надо. Помогите. Черт. Охотник. Какое у вас красивое ружье. Да? Ружье у вас красивое. Его подарили мне рабочие. Поехали. Поехали. Промазал. Есть? Не знаю. Поворачивай. Что это у вас тут? Теперь прямо. Козявка. Козявка. Потерпите. Потерпите. Надо же ее достать. Ну. Не надо. Ну вот. Остановлюсь. Попроси парня помочь. Что там такое? Ничего, ничего. Просто дерево упало. Убирай, убирай, подальше. Молодец. Давай еще, еще. Какое дерево? Вот так нормально будет.
А, уже убрали. Садитесь, садитесь. Поехали. Лево. Вот не здесь, здесь остановимся. Здесь, здесь. Вон туда, туда надо. Да. Хорошо. А почему сюда? Не знаю. Стою. А как? О, извините, я помогу. Хорошо, сапоги. Я помогу, давайте. Ну что, я глушу? Пожалуйста. Да. Я помогу. Стою. Осторожно. Руку давайте. Сейчас. Я сам. Сам. Ну-ка, посмотри туда. Хорошо здесь. А чем-то здесь пахнет. Это медуница. Медуница? Так много травы. Ну, травы никто не косит. А мы ее скосим. Ну-ка попробуем. Шик. 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 Я сам. 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 Вот. Здесь? Вот здесь. Вы хотите здесь? Да, да, да. Почему здесь? Ну, вот сюда, сюда. Прямо здесь? Ну, не кладите сыро? Здесь. Ну, кладите, кладите. Прямо сюда. Давай. Так. Так. Помогите мне, пожалуйста. Идите. Вот, держите. Машине. Можно идти? Машине, спасибо. Идите, идите, спасибо. И вы тоже идите, идите. Мы теперь сами, ну, да. Идите. Туда, туда. Ну что, садимся? Ну, садитесь. Мне кажется, здесь сыро. Сыро, нет? Да нет, не сыро. А может, мне заняться пчеловодством, уйти на пасеку ко всем чертям? У меня было имение, да? На Волге было. Распаханные поля, ширь, реки. И мужики все время вытаптывали посевы свои скотины. Повторить бы все это, но без мужиков, без них. Все то же самое, мужиков нет. Где мужики, никто не знает. Свежий воздух. Простая грубая жизнь. Поедем. Поедем. Мне все равно, куда вы, туда и я. Что там о смерти Маркса? А, держите. Вот. Ноздри рвали обычно до самого черепа с мясом и хрящиком. После этого происходило клеймение. Ой. Извините, это не то. Вот. 14 марта Карл почувствовал себя намного лучше. Выпил вина с молоком. И поел супа, но неожиданно побледнел. У него скрутило живот. Началось кровохарканье. Ему плохо дышалось, и домашние усадили его в высокое кресло возле камина. Ослабев от потери крови, он как будто задремал. Дочь пошла к Энгельсу, томящемуся в прихожей, и сказала, что тот может потихоньку войти. Когда Энгельс вместе с Лемхем подошли к Карлу, они нашли его все в той же позе. Он не дышал. Да справлялся я об обстоятельствах этой смерти еще 5 лет назад. Здесь не только чахотка.
присутствие Энгельса вопиет. Смерти еще нет, а Энгельс уже стоит при дверях. Он же не в карауле, как Паколь. Чего ему стоять? Я давно хотел вас спросить. Вы что, собираетесь жить после меня? Зачем вам это знать? Просто так интересно. Как вы представляете себе эту жизнь? Солнце взойдет после меня или нет? Будет такое же скотство и безобразие, или все кончится, стухнет и пропадет? Ветер будет дуть? Будет дуть? Отвечайте. Да будет, будет, будет. Вот-вот, и ветер будет дуть, солнце вставать. Дурак пролетарий будет воевать со скотиной, буржуа, довлеты, кровохарканье. Кто-то ходит. Вы не представляете, что вас ждет после меня. Ходит кто-то, это ведь кто-то. Вы думаете, все останется по-прежнему? Все до единой нитки? Да, все останется по-прежнему. Да, вот и чётненько, вот и договорились. Значит, вы не думали об этом совсем? О чем? О чем? О жизни после меня. Всю ночь гроза была. А трава сухая. Хорошо. Я решил просить у партии яда. Причина? Мое неумение множить 17 на 22. Ясно, что это только начало. Через месяц я не вспомню, кто такая вы. Через два забуду, как зовут меня самого. Вспомните Лафарга. Отстань. Два старика, два трупа, рука в руке. Когда же, наконец, у нас появятся рычаги, кроме тотального беспощадного террора? Чтобы обуздать стихии террор, чтобы научить дикарей жить по-человечески террор. Ой, немощен. А я вас понимаю. И что же вы понимаете? Может, вы хотите последовать за мной? А как будет лучше для дела? Не знаю, как лучше для дела. Я не обязан все знать. Ну, не сердитесь. Ну, вот упал. Кепочка. Для дела будет лучше, чтобы жить. Жить не всегда получается. Что? Не всегда. Все чулки порвала. Мироздание сопротивляется. Ой, ну все чулки Боженька не порвала. Хочет. И вечно строит нам глубокую яму. Ну, если вечно строит нам глубокую яму, я, пожалуй, останусь здесь. Ну, смотрите, все чулки прорвало. Ну, продолжу ваше правое дело. Вот. Ну, что вы стонете? Ой. Куда вы? Петр Петрович! Петр Петрович, где вы? Не хотела я в эту траву, но вот не хотела. Пьет. Где он? Где? Кто? Пьет. Уполз! Кто? Кто уполз? О, куда? Вижу, вижу, вижу! Кого? Ну что? Кто далеко уполз? Куда уполз? Я поднимусь, поднимусь. Сам. Сам, отстань! Сам. Не мешайте! Ой! На руки! Не мешайте! На руки убери! Почему вы меня все время толкаете, а? Осторожно, что вы его так подбрасываете! Хорошо!
Хорошо. Тихо. Не тяжело? Тяжело. Ну, хорошо. Вперед. Почему он уполз? Что вы ему сделали? Все же машина жесткая. Сегодня больше никуда не едем. Дороги. Что здесь так темно? По этим ступеням я, пожалуй, сам. Это ходоки. Цветочки давай. Какие же это ходоки? А кому цветы? Ведь это кажется... Ему цветочки. Цветочки. Дети. Дети. Беги сюда. Спасибо. Пошел. Пусти штанину. Тихо. Спокойно. Резвый. Что ругаешься? Все равно я первый. Отойди. А ты всегда первый. Опа. Ничего не понимаю. Куда у Петр Петрович? Стой спокойно. Больно. Дай сюда фрошку. Что с ними делать? Тихо. Вот ты. Кто? Я? Рыжий. Может, ему конфету дать? Сейчас. А у нас есть конфета? Есть. Держите. Вот я даю вам конфету. Берите. Ну. Ешь. Спасибо. Конфету ее можно есть. Угу. Я ж тебе велел взять. Спасибо. Вкусно. То есть... Кисло, да? А кто это? А я пойду в кресло посижу. Да, кисло. Велел же взять. Чего? Вам нехорошо? Да? Ну, я отойду от тебя. Нехорошо? Уши все оборвал. Картуз. Сиди, молчи. Доползались. Ну, давайте. Сам. Сам. Что сидишь? Давай. Встань. Давай. Вот отошел. Ну-ка, девочка. Детка. Опа! Ох, быстро сюда бегом. Ничего, Сень. Берите. Молодец. Туда. Поехали. Дикий. Просто дикий. Разбросать. Ишь, лихие какие. Знает, что. Давай, поднимаем. Лихие, ишь. Оп. Ух. Можно аккуратно. Так. Ой-ой-ой. Все. Почему все, я дальше сам. Извините. Не закрывайте дверь. И все же ваше поведение, Петр Петрович, чрезвычайно странно. Я не думал, что так может а быть. А ты куда? Колесо заело. Смотри, что мешает? Пуговицы мешают? Давай пуговицу расстегнем. Вот, ну, что там? Давайте. Давайте, снимаем. Тихо. Вы что, хотите, чтобы я вас расстрелял? Нет, вы нет, кого ко мне стреляете? Кто опять-то картуз? Иди. У нас сегодня с вами еще один посетитель. Кто? Очень важный. Эй, шпана! Ну-ка, быстро отсюда. Пошли. За дверь. Дикие. Закрой дверь. Стойте здесь. Бегать. Я отдышусь. Зачем вы так, Петр Петрович? Ведь он не хочет никого видеть. Надо, чтобы он чувствовал жизнь.
Нехорошо это. Накормите свою стаю. Пошли на кухню, накормят. Давай, беги. Давай, Жан. Дай мне. Иди, иди. Тихо, успокойтесь. Кому сказал? Налево и вниз. Так чисто, чисто-то как. Там темно, осторожно, ступеньки. Так чисто, чисто-то как. Ой, ой, тут... Маша. Мне кажется, Володя... Я не слышу, Надя, вас. Мне кажется, Володя уходит. Куда? Опять. Опять. Ну и на кого он народ собирается оставить? Маша, не стыдно? Стыдно, стыдно. Мы очень избаловали его, Надя. Нет, Маша... Это вы его очень избаловали. Вечно вы все. А он, между прочим, когда к вам обращается, вас даже по имени не называет. Заметили? А я ведь обидела вас. Обидела, обидела. Обидела. Ужасно. Ужасно. Гадость. Конечно, гадость. Фу. Все правильно. На самом деле, все правильно. Я с ним поговорю. Что мы какие-то? Твари бессловесные, что ли? Человек не должен быть маленьким. Он должен рождаться сразу большим. У меня, наверное, тоже могли быть дети. Что бы я делал с ними, не представляю. Наверное, порвал бы, как Сидору, в кос. А чем плоха здоровая порка здорового маленького наглеца, который чувствует себя попом земли? По розовым бляшкам, по бессильным брючонкам, по филейным местам. А что, не шали, не мешай серьезным людям работать. Так что даже хорошо, что детей у меня нет. Mm-hmm.
все-таки было сырое. Зуб. Что там такое? Что это такое? Пошли. Здравствуйте. Добрый день. Прошу, проходите. Вы знаете куда? Извините. Плечо, осторожно. Не знал, что его там нет. Ой. Виноват. Что здесь делаете? Простите, в каком-то смысле? В каком смысле? Ха.
Пройти можно? Проходите. Проходи, проходи. Идите прямо. Туда? Да. Угу. Прямо, прямо. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Угу. Вам помочь? Что, подслушиваешь? У меня в глазах мурашка. Да? Что это такое? Это у вас от сужения кровеносных сосудов. Простите, пожалуйста. А, да-да, пожалуйста. Или от их расширения. Если сосуды сужены, надо их расширить. Да-да. А если и расширены, надо сузить. Совершенно верно. Вот так. Что вы смеетесь? Маша. Позвольте, я посмотрю ваши зрачки. Потом. Что-то ты бледная. Намажься помадой? Ну. Ну-ка, доктор. Извини. Ну, где он? Прошу. Вы с нами обедать будете? Я не обедаю в это время. А я сейчас и не предлагаю. Надя, осторожно. Да. Ой. Ну? Пожалуйста, сюда. Туда? Портфель, пройди туда. Да не надо. Не надо. Оставайся внизу. Это я. Я. Где вы там? Ну, здесь я, здесь. Проходите. Замечательные сапоги у вас. Хорошо, что заехали. У меня к вам куча вопросов. Этакий мусор, который нужно превратить в навоз. И у меня к вам куча. Вот эта палка – подарок политического бюро. Хотели сделать надпись? Удивительному учителю от удивленных учеников. Но при голосовании не прошло. Один голос был против. Троцкий против. Он, конечно, у нас же все решается единогласно. Поэтому на палке ничего. Ничего, это тоже факт. Вопрос первый. У меня вторую неделю молчит телефон. Почему он истух? Телефон? Ага. Какой телефон? Так, так, сейчас. Тут телефон-то. Диверсия на линии. Диверсия? Они пишут, почему? Даже члены ЦК молчат. Больны? Все. Большинство. И Цурюпа. И Цурюпа. И товарищ Горбунов. И товарищ Горбунов. И Смилка. Третьего дня слег. Отправьте его в санаторий, в грязелечебницу, в грязи, в грязи, в грязи. Что за игра? Ну, хорошо, грязь. А вы сами-то случайно не болеете? Я-то? Да, по глазам вижу, они желтые. Как собираетесь лечиться? Завернусь в бурку и пойду. При чем тут бурка? Что вы имеете в виду? Что-что? Мне все нашептывают всякие доброходы. Насчет вас. Зачем и почему? И мне уже нашептали. Когда? Да вчера. Вчера? Вы, говорят, у нас как Ильич. Вы уже вместо Ильича. А я говорю, кто я? Палец. А кто он? Каланча. Это бред, мы с вами уже давно одного роста. Вот что я вас спрошу. Чем мы занимаемся? В чем главная задача революции? В гуманизме. Это что такое? Я вас не понял. Гладить по головке русского тютю? Это вы предлагаете? Безусловно, не каждого. Это какая-то... каша и жижа. Руку! Вы, наверное, слышали такую фразу в университете? Нет. Ну, в реальном училище? Нет.
гимназии, гимназию, наверное, посещали? Никогда. Это какой-то нонсенс. Должны были где-то учиться. Ладно, один мудрец сказал. Дайте мне точку опоры, я переверну землю. Кто сказал, уже не помню. Архимед. Ну, да, Архимед, грек. Архимед был грузином. Грузином? Грузином, грузином. Причем тут это? Что же делать? Тогда я вот что вас спрошу. Вот что сейчас... Ехали. Попалось вам повальное дерево, перегораживающее дорогу. Не попадалось. Большое такое столетнее. Допустим, что попалось, предположим. А. Что бы вы сделали? Mm. Подсказываю. Действие первое. Ждать, покуда дерево слеет, и тогда проехать. Сколько лет на это понадобится? Много долгих, мучительных лет. Вот именно. Во-вторых, убрать это дерево с дороги... Есть еще... Не буду говорить, куда. Есть еще третий. Какой это? Изрубить корягу в мелкие кусочки. Ну и руби! Что вы здесь ходите? Не ходи здесь. У нас кроме насилия ничего не остается. Насилие – единственная точка опоры. Не согласен. Точка опоры – партия. И я про то же. Безземельность, вшивость, неграмотность. Почему даже члены политического бюро пишут с ошибками, а членах ЦК речи вообще не идет? Я правлю документы с красным карандашом. Может, мне заставить писать их на латыни? Каждые 7 лет голод. Взрослые пьют и к 30 лишаются разума. Первый университет на 5 веков позже, чем в Европе. Зима то со снегом, то без. Птицы падают от холода на лету. Ненавижу. Что-то я устал. А вы, кажется, возбудились. Пойду я. Да. Вы что, не согласны? Согласен. Раз согласны, почему отняли у меня все у человека, который освободил вас, показал цель и дал в руки средства? Писем нет, телефона нет, обвели вокруг пальца. Зачем? Вот-вот. Успокойтесь, пожалуйста. Я спокоен. Успокойтесь. Я принял решение просить у партии яда. Пистолет у меня отобрали, охотничье ружье тоже. Столовые ножи режут очень плохо. Источник насилия не может быть бессильным сам. Это аксиом, не требующее доказательств. Да. Вы правы. Ваша просьба абсолютно разумна. Вы за? Безусловно. Без сомнения, мы поступили бы негуманно, если бы отмахнулись от ваших слов, как от надоедливой мухи. Если так, то когда же? Не нужно мнение политического бюро. Только не тяните. Я не выдержу долгого ожидания. Завтра же обсудим. А Троцкий будет против? Да. Пошел. Пойду я. Хорошо здесь. Я пройду. Пожалуйста. Ну как?
Ты его береги. Он у тебя хороший. Да. А что, что там? Что? Прошу сюда. Прошу, прошу. Ну-ка, пойдем. Мне надо дом посмотреть. Пошли. Какой смешной человек. Ну что, поговорили? Пойдем. Осторожно. Осторожно. Я сам. 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 Ну вот, подарили палку. А это ты. Отойди, не вижу. Вот моя. Не выступай на ноги. Дайте пройти. Связь есть? Есть. Ну так. Вы что-то ищете? Не мешайся под ногами. Ищи. Не напирай. Темно здесь. Да. Пошли. Да уж. Осторожнее, здесь порог. Какой порог? Прошу, прошу. Иди, иди вперед. Ты тоже иди, давай. Слушаюсь. Шинель. Когда-то мне докладывали, что группа солдат воровала из расстрелянных печень, чтобы накормить себя и детей. Вот это уже подлинный прорыв. Это античный масштаб, масштаб трагедии Эсхила. Зачем я про это думаю? К чему? А к тому, что тот, кто не может убить другого, должен убить себя сам. И это будет по справедливости. Через 15 минут будем обедать. Вы меня слышите? Иду, голубчики, иду. Не опаздывать. Жить с женщиной мука. Вас двумя так просто катастрофа. Ха-ха.
Вперед, вперед, вправо. Ну, я сам. Что это такое? Солнце и люстра горит, а? Ну так электричество проверяют. Днем проверяют. Садитесь, садитесь. Да, не худо, вот сюда, не худо. Да, вот сюда. Совсем неплохо. Сам сяду. Вы тоже садитесь. Спасибо, спасибо. Позвольте, я сяду рядом. Вот так. Спасибо, спасибо. Благодарю вас. Ну, вот так удобно. Ну, устра. Удобно вот так, да? Хорошо. Хорошо. Красиво висит. Шура, Шура, быстро, давай. Давай. А, Шурочка, давайте, давайте. Шурочка. Ну, Шура, вот. Может, отобедаете с нами? Нет, нет, благодарю вас. У меня лечебное голодание. Вот видите, я давеча был прав. Вы тоже хвораете. Я прав. Я сама. Ну, сама так сама. Она сама. Сама. Хорошо, хорошо. Маша, давай мне тарелку. Ну. Да. Еще? Нет, спасибо. Ну? Вы не передумали? Нет, нет, не беспокойтесь. Возьмите ложку. Спасибо. Кто это был? Это был генеральный секретарь нашей партии. А как? Что ж, сильная личность. Да. Сильная. А кто его туда избрал? Так ты же избрал. Он что, грузин? Возможно. На самом деле неизвестно, кто он. Я думал, он грузин. А он, оказывается, еще и не грузин. Шура, Шура, забери тарелки. Вкусно, вкусно. Вкусно. Наверное, дорогая. А что это в супе? Где? Палец. Господи, что вы? Это горох. Горох? Не еврей ли он? Кто? Горох? Да этот, кто приезжал. Нет. Он не еврей. Я тебя прошу, ты ешь, пожалуйста, а то еще подавишься, не приведи, Господи. Значит, не еврей, не грузин, жаль. С евреем бы я договорился, с евреями всегда можно найти общий язык. Это что, фарфор? Фарфор, фарфор. Как его фамилия? Кого? Ну, этого, который приезжал. Вы суп будете есть или вам второе положить? Не хочу я есть. Что ж, фамилия суровая. У нас все суровые фамилии. Угу. Каменев, Рыков. Рыков, Молотов. Кого они хотят напугать?
А что это все молчат? Кого же они хотят напугать, а? А что вы там сидите? Шурочка, на стол! Нет, за стол, за стол, вместе с нами! Да, почему днем люстра горит? Ну сколько можно говорить? Ой, пожалуйста, это же стекло. Народное? Да. Это народное? Сядь, это народное? Посуду не трогайте. Вот, вот народное. Осторожнее. Сядь, палку, палку. Ну что такое? Надя, не мешай. Володя, ты слышишь меня? Я хочу с тобой поговорить. О чем? Володя, палку. Ты двинься, Маша. Я хочу с тобой поговорить. Будьте осторожны. Я слышала, ты уходить собрался, яду просишь. Мое положение катастрофично. Володя, а кто в этом виноват? Ты же самый виноват. Ты подумай, эгоизм твой предела не знает. Ты помнишь, сколько человек в твоей семье? Сколько человек напрямую зависит от того, в каком ты положении и состоянии, Володь? Не так уж много, Маша. Ну, конечно, про Митю ты вообще забыла, Надя. Володя, в твоей семье не только женщины. Есть мужчины, которых нужно кормить. Они не могут сидеть на сушках. Вспомнил. Это пальмы, пальмы, да? Пальмы, Володя. Ведь они не растут в России. Володя. Их, наверное, везли издалека. Сколько они стоят? Мы сейчас с тобой не о пальмах говорим. Мы говорим о твоем эгоизме и, извини меня, сумасбродстве. Я хочу, чтобы ты понимал, пока я жива, я никуда не позволю тебе уйти. Почему Лассаль не любил Лафарга? Лафарг Фейербаха. Лассаль не любил... Потому что он был богач. А Лафарг не любил Фейербаха. Потому что богатство вывело ему глаза. Ложка. Вот эта ложка. Сколько стоит эта ложка? Сколько стоит скатерть, фикусы, а люстра, хрустальная люстра? В то время как народ вымирает, мы утопаем в роскоши. Мне стыдно. Стыдно. Так это же все не наше. К нам это не имеет никакого отношения. А чьё это? Экспроприированное. Экспро какое? Ворованное, Володь, ворованное. Ворованное? Ой! Да что ты делаешь? Не трогайте, не трогайте его. Мама. Ну что? Они бьют. Обижают. Что со мной? Ты не знаешь, в каком нужде 17 на 22? Знаю. Что со мной происходит? Я ничего не понимаю. Я понимаю. Ведь у тебя по-прежнему в этой жизни ничего нет. Ни родных, ни близких. Ни своего дома, ни друзей. У меня есть история. У тебя есть только болезнь. Я помню это прикосновение. От воздуха пахнет. Скажи, наверное, тяжело стоять у руля? Весьма гаденько. Кругом вооруженные люди то ли защищают тебя, то ли охраняют, чтоб не сбежал. Распусти всех по домам. Пусть живут, как умеют. Поедем со мной. Куда? Идем ко мне. Нет, нет, нет. Пойдем, нет, пойдем. Рано, рано. Идем, пора уже, пора. Еще многого не успел. Почему?
приходящие ко мне, жалуются только на тебя. Почему надо убивать? Они все сволочи, с ними иначе нельзя. Вот как. А 17 умножить на 22, прибавляй 17 к 17, 22 раза и все. 17 плюс 17, раз. Да. 17 плюс 17, два. 17 плюс 17, три. И здесь ты уже не нужен. 17 плюс 17, четыре. И к нам тебе уже не все. 17 плюс 17, пять. 17 плюс 17, шесть. Я пойду. 17 плюс 17, семь. 17 плюс 17. Пора. Пором. Федор. Держи. Еще. Минус. Перехватывай. Держи. Не надо. Какой же у вас размер ноги для своим пакли, интересно? Большой. Сапоги, да. Портянки. Доктор Ванна, горячие ноги, что? Ой-ой-ой, ванна же горячая была. Я сам могу. Поаккуратнее, друзья. Да черт с ними! Как вы себя чувствуете? Давай, держу. Взяли. Что вы его так закутали? Как закутали? Вот это закутали. Хорошо закутали. Ему же дышать тяжело. Нет, ничего, дышу. Поднимай. Повыше. Осторожно. Сам держи, я-то держу. Да держи ты. Не суетитесь, я же держу. Где коляска-то? Пол холодный. Давай, сажай, я буду колес держать. Пусть немного остынет. Разопрел. Вот. И можно на прогулку. Ненадолго. Федя! Ох, грехи наши тяжкие. Пора в парк. Будете поворачивать, колесом притормозить надо.
Что она кричит? Телефон! Что, что? Телефон, телефон! Что? Телефон? Да, да, телефон! О, не волнуйтесь, телефон. Я сейчас. Телефон. Телефон, телефон. Ну это же из ЦК звонят, из ЦК. Из ЦК. Из ЦК, из ЦК звонят, из ЦК. Я вас ищу, ищу. Не вставайте, не вставайте. Ищу вас, ищу по всему дому. Не забыла, что вы на продукты. А думала, что вы в парке. А вы в беседке, а я ищу. Давай, давай. Петр Петрович, бегу, бегу. Быстрее, давай. Пусть подождут меня. Она в беседке была, в беседке. Я нашла ее. Mm-hmm.